Они сражались во имя жизни и навсегда остались в чувашской земле. В канун праздника Великой Победы в Чебоксарах возложили цветы к братской могиле воинов, которые умерли от ран в госпиталях республики. Весна в свободной стране, безмятежное небо и улыбки на детских лицах. Это все возможно благодаря тем, кто отдал за победу самое дорогое – жизнь. Десятки воинов, которые умерли от ран в госпиталях Чувашии, нашли последнее пристанище в этой братской могиле на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. На данной братской могиле были похоронены более 80 воинов. Это были самые отважные, самые смелые, но и тяжело раненые воины. И мы сегодня отдаем им честь. В годы Великой Отечественной войны в Чувашии действовали 15 эвакогоспиталей. Через них прошли более 70 тысяч раненых и больных бойцов и офицеров. Выхаживать пациентов медикам помогали всем миром. Вот кого мы вспоминаем сейчас, вы знаете, они лечились в нашем госпитале, в здании, где размещалась 6-я школа города Чебоксар. Минутой молчания. А в мирное небо над городом взлетели 68 белых голубей. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.